Добрый день. Здравствуйте все, кто меня видит. Вот получил такую посылочку от Time Trial. Заказывал у них надувную байдарочку. Вот сейчас ее распакуем и посмотрим, какая в ней комплектация, которую я заказал. Так, ну что, мы сняли упаковку и сейчас будем распаковывать дальше. Сбоку была приклеена футболочка, я им заказывал, потом я ее, конечно, покажу вам. Ну, кое-какие-то запчасти там, паспорт. Ну, это не особо интересно, сейчас мы посмотрим, что там внутри. Ух ты. Тут затяжки еще затянуты, сейчас их надо тоже распустить, что-то я... Ладно, суетиться не будем, нам торопиться некуда. Заказывал я в красном цвете, Так, это ремкомплект здесь. И с насадочкой на насос вложим сюда. Ножной насос к нему. Я заказывал лягушку, потому что ну, можно было заказать и высокого давления. Но я почему-то ради габаритов заказал вот такой вот. Вложим сюда. Якорь тоже заказал. Хотя у меня есть и железный якорь разборный, и все остальное. С лодки у меня все осталось. Ну, это многофункциональный. Из-за этого мне понравился. Он и как ведро, и какая-то упаковочка. Ну, и якорь можно, когда тоже вес имеет значение. Зачем носить железный? Вот, короче, тоже вещь заказал. И заказал, как уже я говорил, в красном цвете, потому что, так, это вот седло, накачаем, посмотрим, какое оно яркое, красивое. Ну и вытаскиваем лодочку, смотрим, какой оно комплектации. Так, это вот для ремкомплект, ну, много дали, я бы сказал, мне нравится это дело. Ага, вытаскиваем саму байдарочку, вот еще. Это мы сумочку нашу классную убираем сюда и смотрим саму байдарочку. Затяжечку тоже убираем пока за ненадобностью и расправляем саму лодочку. С виду она очень классно выглядит. А в дальнейшем мы еще посмотрим про нее. Самое главное, когда я общался с менеджером по продаже, он сразу мне сказал, раз ты покупаешь ее для моря, мы тебе делаем пластмассовые все крепления. Я, кстати, об этом даже и не подумал, и поэтому большое спасибо, что они это дело мне подсказали. Вот это я уже вижу здесь. Для весла крепление. Ага. Ну что, сейчас ее будем накачивать. Не буду я показывать, как это делается. Это ни к чему. Так что подожди. Ну вот и все. Накачанная уже байдарочка. Футболочка, которую мне прислали, одета. Теперь можно и немножечко по этой байдарочке кое-что рассказать. Понравилось, что мне в ней или не понравилось? Да нет. По идее, понравилось мне все. Сидушечка, как вот во всех фильмах и как вот все показано, все так оно и есть. Деки, отбойники, воды отсекатели, все это стоит. Это все нравится. Ручки нормально сделаны, вроде приклеены. Переворачивал дно. Все хорошо. По комплектации нет вопросов. Сделаны здесь под весло. Держатель, как я и просил. Не знаю, потом посмотрю. Я просил здесь, чтобы мне сделали вот здесь вот усиленное дно. Ну, так визуально-то не увидишь его. Усиленное оно или нет. Ну, вроде как от бортов отличается немножко цветом и фактурой, наверное, усиленная. Что я еще заказывал? Ну,
Заказывал я парочку там. Парочку шайб с петлями, вот такими пластмассовыми, чтобы, может быть, в дальнейшем кое-где мне нужно под свои какие-то вещи что-то приклеить. Но это будет уже в дальнейшем. Хорошо, хочу отметить, что прислали очень много, я бы сказал. Я думал, меньше будет. Нормально. Спасибо за это. Да, ну да, вот такие вот здесь. И широкого. Ой, усиленного дна, вот видать, вот он этот для него комплект, да, все правильно, все сделано. Ну, остальное, все, как мы и говорили, все есть. Каяк, не знаю, уже сколько говорилось про него, и повторяться не буду. Рюкзак хороший. Мы его покупаем, байдарочку. Но... Один момент, который я заметил, капельку, ложка дегтя появилась. Вот здесь вот должен стоять клапан выливной, почему-то его нету, он в комплекте идет. А мне он очень нравится, эта выдумка очень хорошая, и когда моешь, он очень нужен, поэтому я позвоню на завод и узнаю, в чем проблема и с каких это соображений все сделано. Потому что, я не знаю, или это говорить нужно было сначала, так нет, оно идет в комплекте, потому что все это там как бы нарисовано. Ну, как-то так вот. Первое впечатление. Потом я, конечно, еще его осмотрю. Это первое, так сказать, то, что я увидел. Не увидел или увидел здесь, поэтому для съемки первой это достаточно. Потом буду осматривать его даже в течение дня, и если мне что-то понравится еще или не очень понравится, то я, конечно, это делаю все еще раз. Уже, ну, конечно, не буду снимать, а позвоню и скажу. Но в целом, если вот только не клапан, мои ожидания оправдались. Ну, еще что могу сказать по цвету. Цвет мне очень нравится. Ну, я приблизительно такой хотел. Яркий, быстрый такой цвет. Мне как бы в засаде сидеть не надо. Там цвет маскировочный. Мне наоборот, для моря, я брал для моря. Мне он подходит, чтобы ярко видно было. Да еще. Брал я почему эту байдарку? Как для маршрута выходного дня. Чтобы можно было быстренько собраться, когда время есть, приехать, разложиться и немножко помахать там веслами, потом веслом. Потому что, которые байдарки разбираются, что-то вставлять, надувать дно, вставлять, мне это вот эти вот лямочки там пристегивать, еще что-то ложить, мне это дело не хотелось, потому что я на длинные и какие-то более... маршруты далекие я не собираюсь. Ну, это если они и будут, то очень редко. Ради этого брать тоже я... Ну, это я для себя. Мне... Я не видел смысла. Поэтому коленные упоры здесь есть, конечно. Вот об них тоже говорится. Попробую. Я с ними никогда не пробовал. Поэтому посмотрим, что это такое. Ну, так в целом все. Понравилось мне. Так. Не знал я, конечно, когда заказывал, что... Срок изготовления лодки будет 1,5 месяца. Так бы я бы заранее заказал, чтобы пораньше пришло. Думал побыстрее делать. Ну, это, так сказать, кто не знает, тому на заметку. Это надо при заказе всегда учитывать. Потому что 1,5 месяца, потом еще плюс дорога. Я что-то забыл, я-то живу далеко. У меня 3 недели только на доставку ушло. Ну, как планировалось. Планировали деловые линии. Ну, пришло все вовремя, комплектация вроде хорошая. Все, что я заказывал, сделали, все принесли, привезли. Все хорошо. Спасибо за внимание.